Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, наступили морозные деньки. Водоемы сковались льдом. Толщина льда уже вполне достаточная. И сегодня открытие сезона. Первая рыбалка по первому льду. Крупные рыбы пока не ожидается, но зато какая прекрасная погодка. А вот, кстати, уже и кто-то клюет. Рыбалка заканчивается.
надо сказать, рыбалка у Бэр удалась. Вполне. До свидания, дорогие друзья. С вами был я, Владимир Коптелов. Удачи вам!